Первый Сергиево-Посадский международный форум женщин подвел итоги пятидневной работы. Развитие женского предпринимательства в современных условиях. Этой теме были посвящены круглые столы, обсуждения, диспуты. Конечно, мы созданы для того, чтобы поддерживать друг друга, прежде всего, потом, чтобы помогать друг другу, и чтобы показывать, что женское предпринимательство намного сложнее, чем мужское, потому что они же женщины дома еще, хозяйки, и детей воспитывают. Их обязательно нужно поддерживать, их нужно мотивировать, и их нужно подхваливать, говорить, что и поддерживать как следует эмоционально. Сергиево-Посадский союз деловых женщин насчитывает более 30 человек из разных сфер деятельности. Идея создания союза родилась еще в начале этого года, а 19 ноября во Всемирный день предпринимательства при поддержке Торгово-промышленной палаты открылся первый форум женщин. Сегодняшний форум, можно сказать, это такая первая большая ласточка, когда мы решили собрать не только предпринимателей Сергиево-Посадского района, но и других регионов. И к нам приехали из Московской области, и из Хабаровска, и из других городов России. Это лишь показывает, что проблемы есть, их, правда, нужно обсуждать. Форум деловых женщин поприветствовали глава города Константин Негурица и председатель районного совета депутатов, глава Ходькова Рита Тихомирова. Работа пятого дня форума была посвящена в том числе и личным историям женщин, которые сумели в сложное время выстоять и круто изменить свою профессиональную деятельность. Людмила Хохлачева приехала на первый Сергиево-Посадский женский форум из Нижнего Новгорода. Она возглавляет Общероссийскую ассамблею женщин-руководителей. Вообще совокупный валовый продукт мировой вырос бы более чем на 50 триллионов долларов, если бы все женщины свой потенциал в мирном русле вложили вот в народное хозяйство. И поэтому, конечно, сегодня очень расточительно в 21 веке не учитывать женщин как руководителей, как лидеров, женщин как высококвалифицированных работников любой отрасли. Ну, самое главное, я считаю, полезным для любой женщины это проектирование. Сейчас вся наша жизнь это состоит из цепи проектов. Мы все выходим на целевые показатели. И очень важно, чтобы каждый из нас понимал, какую цель ты перед собой ставишь, какими шагами ты к этой цели будешь идти, какие ресурсы для этого привлекать. Форум развития женского предпринимательства в современных условиях подвел итоги работы. Затем общение бизнес-леди состоялось в неформальной обстановке. Ирина Белякова, Антон Коврижных. Программа «События».